сейчас не может подойти к телефону. Джек, только тронь его, клянусь богом, я... Хватит! Твой брат жив. Но если ты не угомонишься... Хорошо. Джек, слушай, отопри дверь, мы найдем выход из положения. Ну да, устроим маленькую мозговую атаку. Джек, открой. Нет, не открою. После того, что ты натворил... Что? Что я натворил? Ты подослал ко мне своего друга. Он пытался заживо сжечь мою жену. Что? Зачем? Он не сказал. Ничего. Психопаты не умеют объяснять свои поступки. Слушай меня. Я тебе клянусь. Мы с братом не желаем твоей жене зла. Господи, как хочется есть. Джек, не надо. У меня больше нет семьи. Вы оба. И ваш друг. Вы меня в это втравили. Тебе незачем убивать нас. Пойми, эта черная пропасть, она у тебя внутри. Я знаю, поверь, я знаю. Но ты можешь остаться человеком, а не становиться монстром. Ты видел меня сейчас? Важна не внешность, а твои поступки. Выбор за тобой.